Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу зарубежному, ПТС Шары или ПТС Шер. Как-то так, бокс без вложений. Здесь можно зарабатывать без вложений, как мы все знаем. Но в этом видео я хочу показать в реальном времени, как загружать рекламу. Я хочу пропиарить свой проект, который у меня находится на предстарте. Ну и запишу видео, чтобы вы как бы наглядно показать. А то так только голословно вам рассказывала. Может, некоторым непонятно. Значит, чтобы нарастить баб монету, нажимаю вот Bulk ADS. Вот эту вкладочку. Так. Куда-то перебросила. Так. Угу. Значит, что мы здесь? Сюда прописываю название проекта. Я все подготовила. Так, где мой? Так, секундочку. Значит, в эту графу мы вставляем название проекта, который будем рекламировать. Я вставляю, вот я хочу лидер кэш пропиарить. Вставляю название. И здесь вот три описания. Также, так как букс зарубежный, я делаю все на английском языке. Так, не запутаться, главное. Вставляю. Так, не то. А, то. Далее. Так. Нет. Вот это я сюда вставлю. Вот это я скопирую, поставлю. Вот сюда. А это я скопирую, еще раз поставлю. Вот сюда. А, надо было... Ну ладно. Так. Это я сюда поставила. Это... А это я поставлю вот сюда еще раз. Так, и сюда вставлю реферальную ссылочку. Вот моя реферальная ссылочка, я ее копирую. Так, и сюда ставлю. Далее что? Нажимаю на синюю вкладочку Very End. И сейчас посмотрим, как будет отображаться моя рекламка. Ну, это уже мой кабинет, так как у меня все в порядке, в принципе. Отображается то, что я просто зашла. Далее нажимаем Confirm. Все, сюда мы загружаем баннер 125 на 125. Спасибо админам. Все есть. И этот баннер есть, и такой есть баннер. Конечно, я взяла побольше баннер 728 на 90. Значит, сюда мы загружаем баннер 125 на 125. Так, где-то у меня здесь. Будем искать. Ага, баннер. Вот он. И вот мой баннер загрузился. Видите? А сюда я буду загружать, можно или 728 на 90, или 468 на 60. Конечно, я взяла побольше баннер. Так, и вот он, баннер лидер кэш. Сейчас он загрузится. И вот еще баннер встал, видите? Далее. За 1 доллар нам начисляют 2000. 360 бонус этих баб монет. Я буду на 2 доллара пополнять. Мне дадут 4720. Так? Ну и здесь описание переведете, уже все прочтете. Далее что? 5 секунд. Я ничего не меняю. Так? Далее. И еще, друзья, прежде чем загружать рекламку, вы должны все свои рекламные ссылочки просмотреть, иначе нам не дадут как бы загрузить. Я пробовала перед тем, как сначала не просмотрела, и мне не давали, как бы не получалось. И здесь что у меня?
Так. Ага, подождите, что-то я здесь хотела еще сделать. Так. Пу-пу. Так, это здесь. Ничего, я не хотела. Галочку ставлю. И что? Выбираю платежную систему. У меня Payeer. Так, и 8 центов комиссия будет. Что с правилами согласна. Далее нажимаю на зеленую вкладочку. Меня перебрасывают на платежную систему Payeer. Выбираю. Нажимаю подтвердить. И далее уже по схеме. Все, я оплатила. И меня возвращают обратно в проект. Давайте переведем, что мне здесь написали. Ваш платеж получен, а статус вашей компании изменен на активный. Все, я загрузила свою рекламку. И у меня будет теперь как бы... Ну, вот моя реклама, что я здесь рекламила. Вот. Видите, сколько я здесь уже проектов рекламлю. Как бы, ну, в принципе, на этом все. Таким вот образом мы загружаем свою рекламку. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.